Два года Рустам Хадисгаджиев посещает секцию грэпплинга. Тренируется в спортивном центре «Изано». Первые шаги в физическом развитии у него начинались с борьбы вольного стиля в училище Олимпийского резерва. Именно база партера помогла ему успешно выступить на первенстве Дагестана по грэпплингу среди юношей и юниоров. Занимаюсь уже второй год, можно сказать, под руководством Магомеда Расулова Пахрудина. Все дело хорошо, вот решил принять участие на чемпионате Дагестана. Вроде бы хорошо отправился. Около 200 спортсменов со всего Дагестана приняли участие в данных соревнованиях. Разные клубы республики. DCC представил все филиалы. Выступали также спортсмены из Саид Мухаммад Хаджи Абубакарова, Хасуртовский Fighting Eagle, Тигр, грэпплеры из Кизляра, Дербента, из Бирбаша и многих других регионов. Ребята очень хорошо физически, функционально, у них хорошая подготовка, выносливые приемы, они... Хотя и маленькие, делают достаточно технично. Я думаю, что у них очень хорошее будущее. Подобный республиканский турнир Курбан Гаджиев выигрывал более 5 раз. Он неоднократный чемпион России в этом виде спорта в разделе United World Wrestling. Есть также победа на чемпионате мира. Боевое самбо, панкратион, ММА – это те направления, которые охватывает спортсмен и регулярно выступает на соревнованиях. Я замечаю, здесь очень много молодых талантов. Видно, что молодые спортсмены набирают из года в год, и есть на что посмотреть. Профессиональная техника приемов на первенстве Дагестана по грэпплингу говорит о том, что данный вид спорта очень развит и набирает обороты в своем развитии в нашей республике. По итогам двух соревновательных дней первое общекомандное место в неофициальном зачете у клуба DCC, руководителями которого являются Ибрагим Гагаев и Гаджимурат Абдулаев, второе место у Саид Мухаммад Хаджи Абубакарова и третье у Fighting Eagle. Арслан Дациев, Идрис Алиев, информационная программа «Пульс».